Всем привет, продолжаем знакомиться с картинами клятого Горация Жак-Луи Дави. Картина написана художником в 1784 году в Риме, а в 1785 была выставлена в Париже. Принесла небывалый успех художник. Клятого Горация стала образцом формировавшейся в то время школы французского неоклассицизма. В настоящее время хранится в галерее Денон в Лувре. В основе картины лежит рассказ римского историка Тита Ливия, согласно которому трое братьев из рода Горации были выбраны, чтобы сразиться с тремя лучшими воинами враждебного Рима города Альба Лонга, братьями Куриации. Давид запечатлел момент, когда трое братьев, подняв руки в римском приветствии, клянутся победить или умереть, а их отец протягивает им боевые мечи. Справа изображена группа скорбящих женщин, вдали мать Горации склонилась над двумя внуками, ближе сестра Камила, невеста одного Куриации, и Сабина, сестра Куриациев и жена одного из Горациев. На заднем плане видны три арки, каждая из которых соответствует группе фигур. Правая группе женщин, левая братьев, центральный отцу с меча. Давид тщательно продумал композицию картину, хореографию персонажа и игру света, что концентрирует внимание зрителей в центре картины, раскрывая моральную атмосферу такой необычной силы, что сострадание вступает пред ней. Таким образом, Давид в этой картине противопоставляет идеалы патриотизма, гражданственности и самопожертвования во имя Родины, мужчин, страданиям и сентиментальной слабости женщин. Ну вот, наверное, все, что мне удалось найти по этой картине Жак-Луи Давида «Клятва Горация». Пока-пока, до свидания.